Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الكلاس. Вот раньше проехал Миха, выполняли такие скидки, называются по-арабскому шейх. Или по-русски? Богобоже. Как шайтан обманул народ Нуха? У них там жило сколько хороших людей? Пятеро. И они что? Умерли, правильно? Да. А народ их любил? Да, они им скучали. И потом шайтан душу сказал, он сказал не сразу им, как они, он сказал, давайте поставим статуи и будем их вспоминать. Да, чтобы вспоминать, давайте им поставим статуи. Ага, ну вот примерно вот такие статуи были. Потом что произошло? И шайтан снова пришел и уже сказал, давайте им поклоняться. Да, но они поклонялись для чего? Чтобы эти мертвые... Эти мертвые... Попросили. Попросили Аллаха, чтобы... Аллах им помог. Но мертвые не могут помочь, а нужно просить кого бы напрямую? Аллаха. Аллаха. И поэтому самый главный приказ Аллаха какой? Едино Божие. А самый главный запрет? Многобожие. Все, не забывайте, скажи. Не забывайте, что... Аллах нас создал? Для... Чтобы мы ему поклонялись. Нельзя поклоняться идолам таким. Вот так вот. Все, ассаляму алейкум, скажи.